Сегодня в 1277 тираже русского лото мы разыграем для вас 30 призов по 500 тысяч рублей и другие денежные призы. В мешке останется 3 бочонка. Это значит, что победителей будет больше. Ну а теперь, Гузель, для эффективных результатов я попрошу вас запустить наш штурвал. Я буду ловить бочонки в мешок. Внимание, подставляю мешок. Давайте вместе пожелаем удачи всем, кто сегодня играет в русское лото! Поехали! Призовой фонд 1277 тиража составляет 136 миллионов 921 тысячу 350 рублей. Накопленный джекпот 579 миллионов 975 тысяч 607 рублей. Мультимиллионером может стать каждый. С подробными правилами русского лото вы, как всегда, можете ознакомиться на лотерейных билетах или на сайте 100loto.ru. Хорошенько перемешаем бочонки. Так. И для начала вы должны мне ответить на вопрос. Скажите, Гузель, как вы думаете, самый первый бочонок, который вы своей ручкой извлечете из этого мешка, будет четным или нечетным? Четным. Четным. Вот так уверенно, да. Однозначно. Ответ принят. Четное. Прошу тиражную комиссию зафиксировать это в своих протоколах. И мы начинаем 1277 тираж русского лото! Призовой фонд первого тура русского лото составляет 420 тысяч рублей. Желаем вам удачи. В том числе и вам. Это момент, когда вы можете заработать свой первый балл. Вы сказали четное. Четное. Ну и достаньте четный бочонок. 17. 17. Это нечетное. Е-хе-хе. Ошиблись. Но это только начало. Ничего. Первая ошибка. Это не страшно. Теперь мы меняемся местами. Вы держите мешок. Он у вас под контролем. Под четким экологическим контролем. А я достаю бочонки. Поехали. Номер 33. Кудри. А вот и хорошо. Расскажите мне, Гузель, почему вы выбрали такую профессию? Номер 56. В 11 классе у меня сестра уже поступала. И когда она поступила в наш университет, она очень... Номер 29. Я вас немножко буду... Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Мы так и не успели дослушать ваш рассказ, а уже сложилась... предвыигрышная ситуация в первом туре. Скажите мне, это вторая возможность, второй вопрос. Из какой трети будет номер бочонка, которым закончится первый тур? Первая треть. 1.30. Это я больше для телезрителей, я вижу, вы знаете. Вторая треть 31.60. И третья треть 61.90. Какая треть? Третья. Третья, уверенно, сказала Гюзель. Мы отметим с тиражной комиссией это в своих протоколах. Теперь все зависит от вас. 55. Номер 55. Это недолет у вас. 65. Номер 65. Стоп-игра. Стоп-игра. И это абсолютно верно. Инженерные знания помогли Гюзель Мухаметзяновой дать правильный ответ и заработать первый призовой балл. В первом туре русского лото выиграли 2 билета, приобретенные в Ярославской области и Камчатском крае. Выигрыш составил 210 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Вы наши первые победители, и мы вас поздравляем. Поздравляем победителей и, конечно, Гюзель поздравим с первым набранным баллом. Я объявляю начало второго тура. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 30 призов по 500 тысяч рублей. Удачи вам. Итак, мы продолжим. Вы выбрали профессию эколога. А где учились и что заканчивали? Номер 83. Заканчивал я Башкирский государственный университет имени Акмулы. Номер 30. Так. Факультет. Педагогический? Педагогический. Ага. Ну, это правильно, потому что экологические знания нужно прививать детям с детства. Номер 64. А у вас есть дети? У меня двое сыновей, Арслан и Оскар. Аплодисменты.
Поздравляем. Спасибо. Возраст номер 13. 3 года и 1,5 годика. Ой, маленький совсем. Да. Так что вы, наверное, и не успели экологом толком поработать. Нет, успела. Успели. Успела. Я сначала преподавала в колледже. Номер 58. Экологические дисциплины, а затем меня пригласили в организацию работать уже инженер-экологом. Номер 4. Эта маленькая женщина, по-моему, успела все. У вас супруг. Супруг, да, Руслан. Номер 59. А вы дома сейчас или на работе, как, с детьми? Супруг на работе, а я вообще с детьми, да, в декретном отпуске. Детьми. Да. Понятно, номер 5, и сейчас супруг. Внимание, следующий ход 15-й. Это очень важный ход, потому что прямо сейчас может быть разыгран накопленный джекпот, который составляет, внимание, 579 миллионов 975 607 рублей! Номер 77. Накопленный джекпот русского лото сегодня не разыгран. Его призовой фонд переходит в следующий тираж, а мы продолжаем второй тур. Продолжаем второй тур. Гузель, сейчас много говорят о грозящей человечеству экологической катастрофе. Скажите, вот как эколог номер 87, как мать двоих детей, насколько это серьезная ситуация? На самом деле, это очень серьезная ситуация. Если сейчас не привлекать внимание людей к этому... Номер 76. Не воспитывать детей, беречь свою природу, то достаточно серьезные будут. Номер 73. Ну а какие... конкретные задачи стоят перед экологами всего мира. Что можно сделать? Номер 8. Обручальные кольца. Самая главная задача – это привлекать внимание людей к тому, что на самом деле все серьезно. Номер 34. Ну, если мы с вами, передача у нас выигрывает, говорим об экологии, уже, наверное, внимание мы привлекли. Конечно. А что говорят профессиональные люди? Номер 62. Что каждый из нас может сделать конкретно, чтобы защитить землю? Номер 69. Хотя бы беречь ее и не выкидывать мусор, куда попало. Номер 52. Мусорные баки. Ну а как научить детей бережно относиться к природе? Только вот сказать, не бросай мусор, мать. Своим примером. Номер 2. Ухаживать за растениями, показывать пример. За растениями? Да. Номер 84. Ну что же... А вы уже своим детям привили вот этот навык? Обязательно. Любовь к родному краю, к природе, к земле, выращивать растения. Конечно. Номер 23. Так как мы живем на данный момент у мамы, у нас свой участок, свой дом, и мы сажаем насаждения, ухаживаем за ними, поливаем. Номер 1. Ну что же, ведь, как говорится, все надо начинать с себя. Конечно. Номер 79. Номер 38. Ну вот, а вода? Вода, вы живете в Башкирии. Вода хорошая, чистая? Из колодца пьете? Нет, у нас централизованная вода, но много колодцев у нас. Ну, можно пить вот просто из-под крана? Ну, можно. Можно. Да. Но... с неким сомнением, сказала она. Номер 28. Не пей, козленочком станешь. Да, это пока страх. Еще, еще можно. Учили детей. Номер 21. Ну, а электроэнергию, ведь это... Ее тоже надо экономить, если, так сказать, в перспективе. Это же тоже номер 36. Природные ресурсы. Обязательно. Энергия, вода. Это все природные ресурсы. Также полезные номер ископаемые. Номер 78. Полезные ископаемые. Нужно рационально использовать. Номер 82. Ну, в Башкирии же очень много добывают очень полезных много ископаемых. Полезных ископаемых. Номер да. 39. Мне приходилось бывать в Башкирии. Я был да? в Уфе, конечно. В Уфе, самый конечно. Центр. Номер 75. Мне очень понравилось в Уфе. Очень много зелени. Очень много, но это в Уфе еще не так много, как в остальных городах. Номер 51. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Гузель, мы поменялись местами для того, чтобы вы мне ответили на вопрос. Из какой третий будет номер бочонка, которым закончится второй тур? Не буду повторять, да? Вторая треть. Вторая треть. От да. 31 до 60. От 31 до 60. Ответ принят мной и тиражной комиссией. Мы постараемся не ошибиться. Постараемся. 11. Номер 11. Это недолет. От 31 до 60 вы сказали. Ну, делайте, как сказали. 26. 26. Вам так неудобно. Вот мне кажется, вот так будет удобно и вам, и телезрителям.
Очень хорошо. 54. Номер 54. Вот вы быстро учитесь. Вы хорошо учились в институте? Два красных диплома. Два целых? 22. Номер 22. У тебя-то? Бакалавриат и магистратура, поэтому бакалавриат еще. 88. Итак, 88 – это перелет. Да. Был недолет, перелет. Главное – попасть вовремя. 12. Номер 12. Это первая треть. Это нас не очень устраивает. Да. А как вы относитесь к своим ошибкам? Вот я смотрю сейчас. 47. Номер 47. Стоп-игра! Стоп-игра! Номер 47. Ну, а вы справились с задачей. Чего вы? Она справилась с задачей. Итак, действительно, вторая треть. И еще один балл. Во втором туре русского лото выиграли сразу 9 билетов. Выигрыш составил 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. С такими выигрышами можно спокойно отправляться на природу и ни о чем не думать. Ну, ни о чем не думать нам нельзя. Нам нужно еще про суперконкурс думать. Давайте поздравим тех, кто уже победил. Ну и, конечно же, вас поздравим еще одним набранным баллом. А мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Поехали, Юзель. Во многих странах сейчас номер 43 популярен экологический туризм. Ну, то есть, поезжай в какие-то экологически чистые районы, попей водички, ты поймешь, может, ты бережнее будешь относиться к своему краю. Номер 74. Ну, это может изменить отношение человека, вот если он съездит, посмотрит. На самом деле, предполагает, это все так. Номер 16. Но выходит все по-другому. То есть туристы, когда ходят по чистым местам, еще не умеют убирать с собой мусор, а наоборот, застаряют. Номер 37. Но только ли дело в мусоре? Мне кажется, мусор немножко замусорил эту проблему. Мне кажется, дело-то глубже. Дело в психологии. Ну, конечно, в психологии. Номер 15. Мы не привыкли относиться все-таки бережно к своей земле. Номер 72. К лесу. Поэтому потому что мусор. Номер 50. А вот башкирская природа. В чем ее уникальность? Номер 63. У нас очень много полезных ископаемых. Она очень богата лесами. Номер 57. У нас очень много озер. Вообще очень много достопримечательностей, пещер, особо охраняемых природных территорий. Номер 48. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Так, мы вновь меняемся местами. И вновь вопрос. Из какой третьей будет номер бочонка, в котором закончится третий тур? Вторая. Вторая? Да. Как вы скептически. Вторая. Ну что же, вторая так вторая. Ответ принят мной и тиражной комиссией. Они внимательно следят за нами. А я внимательно слежу за вами. Каким будет далее ход игры? 80. Номер 80. Это третья. Да. Немного не туда. 24. Номер 24. А вы спокойная женщина, да? Умиротворенная. Ну да. 7. Номер 7. Скажите мне, Юзель, какие места в Башкирии? 25. Номер 25. Вы бы посоветовали посетить, вот тем, кто еще не был. Очень много мест, но очень увлекательно поход на гору Иремель. Номер? 9. Точка 9. Внизу. Точка внизу, верно. Гору Иремель, пещера Шульгантаж, очень много озер красивых. Вообще очень много мест. 19. Номер 19. А вы и на горах, и в пещере? 66. Номер 66. Мы... Экологов-то вообще хоть водят, показывают? Вот, в студенческие годы у нас была практика. Мы ходили на гору Ремель. 10. Номер 10. А с мужем где познакомились? Стоп-игра! Стоп-игра! К сожалению, мы промазали тут. Да, мы увлеклись беседой и промазали, к сожалению. Ну, ничего. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Краснодарском крае. Вы выиграли 500 000 рублей. 500 тысяч рублей ваши. Поздравляем. 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 Гизель, я хочу пообщаться с Алсу. Она так улыбается призывно. Скажите, Алсу, сегодня мы отмечаем День защиты Земли. А вы раньше знали о таком празднике? Конечно, я же эколог. Ага, конечно. Как же я
спросил, да так, без так, но у вас. А как вы думаете, что нужно сделать, чтобы такой праздник обрел популярность и был известен не только среди экологов? Но чем больше внимания мы будем уделять защите окружающей среды, тем больше людей будут знать, что нужно сохранить природные богатства для будущего поколения. Прекрасно, прекрасно, Алсу. Все верно. Особенно важно научить этому детей. Ведь они наше будущее. А, Инночка, вот ты учишь свое будущее, своих детей, любить природу? Разумеется, Михаил Борисович. Мы с детьми часто выезжаем на природу, и мои дети знают, мусор оставлять нельзя. А вообще, я наблюдаю за ними и понимаю, как они радуются природе. А мы здесь с вами радуемся нашим победителям. И поэтому переходим в четвертый тур русского лото, в котором с удовольствием продолжаем разыгрывать призы по 500 тысяч рублей. Перемешаем. Так. И вперед. Номер 67. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 14. Продолжаем игру. Номер 18. В жизни раз бывает 18 лет. Да. Ждем победителей. Продолжаем игру. Эту экологическую формулу вы знаете, чувствуется. Номер 41. Выиграли 5 билетов, приобретенных в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Архангельской области, Москве. Выигрыш составил 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем, удачи на вашей стороне. Наше поздравление, номер 45. Выиграли 12 билетов. Выигрыш 500 тысяч рублей на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Номер 68, точка внизу. Оставшиеся 3 приза по 500 тысяч рублей поделили между собой сразу 18 билетов. Таким образом, каждый из вас выиграл по 83 333 рубля. Отличный выигрыш. Поздравляем. Сегодня в русском лото было разыграно 30 призов по 500 тысяч рублей. А сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд сегодняшнего тиража. Что мы с удовольствием и делаем? Номер 89, дедушкин сосед. Гюзель, кто из нас в детстве не приносил домой выпавшего из гнезда птенца? Или не приносил домой бездомных собачек или котят? Номер 35, конечно, к безумной радости мамы. Ну, а вы спасали животных? Номер 32. Конечно, котята – это вообще моя болезнь. А тем более я выросла в деревне, там их очень много. Номер 90. Дедушка, у вас есть домашние животные, дети? К сожалению, у нас пока нету. Да? Ну, просто переживаю по поводу аллергии, поэтому... Номер 60. Ага, вот и аллергия. Прозвучало такое слово. Так, номер 40. Али-Баба. К тому же дети еще маленькие, замучают, боюсь. Номер 85. Ну, а деревья? Деревья сажали? Обязательно. В детстве или сейчас до сих пор? В школьные годы у нас были дни, когда мы выезжали на посадку лесу. Номер 86. Ну а сейчас только за своими деревьями ухаживаете? Ну, или в лесу? Вот посадить дерево. На данный момент пока только свои. Номер 42. Да, ну раньше в школе как-то вот была такая практика. Номер 31. У нас до сих пор есть? Есть, да? Есть. Номер 71. Ну, а вот если ваши дети принесут бездомную собачку домой, вот как поступит мама Гузель? Я приму. Примите. Конечно. Номер 3. Алсу, призываю вас в свидетели. Хорошо. Номер 6. Точка внизу. Некоторые уже в детстве увлекаются книгами о природе, о животных. А вы чем интересовались в детстве? Номер 61. Интересовалась больше художественной литературой, но, конечно, в которой обязательно идет речь о домашних животных. Номер 81. Те же рассказы Тургенева. Муму. Муму, конечно. 49. Самая экологическая повесть, по-моему. Да. В русской литературе. Муму. Номер 46. И вы плакали, да? Конечно. Да? Я очень переживала. Номер 44, стульчики. Внимание. Внимание. Следующий ход последний. Последний ход. И вы мне ответите на вопрос. Последний вопрос в этом тираже русского лото. Скажите, на какую цифру от 0 до 9 будет заканчиваться номер последнего бочонка сегодняшнего тиража? Три. Номер 3. Да.
Это ваша любимая оценка в школе? Нет, моя оценка 5. Ну, так почему 3? Хочется троечку. Хочется троечку получить, да? Хорошо, троечку, так троечку. Я думаю, что тиражная комиссия уже отметила. И вытащите номер, пусть это он будет именно таким, каким вы хотите. Номер 27. Номер 27. Не получилось. Стоп-игра. К сожалению, стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража русского лото. Мы высыпаем все, что у нас осталось в мешке после окончания игры. Вы проверяете мешок на экологическую чистоту. А я называю номера бочонков, которые остались в мешке. Номер 20. Номер 53. И номер 70. Эти номера в своих билетах зачеркивать не надо, если их нет в игровой сетке вашего билета. Это значит, что вы выиграли. Правильно, Гузель, выиграли! 1277 тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото, сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму. Внимание! 103 миллиона 309 тысяч 469 рублей. Выигравших сегодня 539 тысяч 647 билетов. Накопленный джекпот следующего тиража 613 миллионов 587 тысяч 488 рублей. В следующем 1278 тираже русского лото мы разыграем для вас 30 призов по 1 миллиону рублей и другие денежные призы. Станьте миллионерами! Выигрывайте вместе с нами!